Приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего YouTube-канала, а также любители нумизматики. У нас сегодня посылочка, сайт с аукциона Виолити. Вот, приобрел я для себя в коллекцию СССР-овскую юбилейную монетку. Сейчас мы вместе с вами вскроем и посмотрим. Так, вскрываем. Надо ножичек, я думаю, что там запаковано. Так, берем наш ножичек. Вот. Скрываем. Как-то, конечно, заполняло здесь. Я думаю, это не критично. Выпала у нас сама монетка. Разбираем. Так, монетка в пакетике. Это у нас юбилейная монетка. Вот. Первый полет женщины. 20 лет. 1 рубль. 1983 года. 1 рубль. Вот. Первый полет. Женщина. 20 лет. Так, вот такая вот у нас юбилейная монетка. По монетке у нас тираж у нас 2 миллиона. Вот. Состояние данной монеты, конечно, не супер, но для меня в коллекции не важно. В Украине по каталожной цена у нее стоит, конечно, 130 гривен. Но я думаю, что по каталогу ее это она стоит, когда она полностью в идеале. Или даже состояние пруф, я так думаю, это такая цена. Вот. Ну, каталожная цена стоит в каталоге, я смотрел, 130 гривен. В России по каталогу 300 рублей. Вот, по монетке у нас 20 лет со дня полета первой женщины-космонавта Валентины Терешковой в космос. По гурту у нас надпись 1,1 рубль. 1 рубль. 1 рубль. Состояние, сами видите, конечно, не супер, но для моей коллекции годится. Так, ну давайте трошки историю. Так, свой космический полет, первая в мире женщины-космонавта Терешкова совершила 16 июня 1963 года на космическом корабле «Восток-6». Он продолжался почти трое суток. Старт произошел на Байконуре не с Гагаринской площади, а с дублирующей. Одновременно на орбите находились космический корабль «Восток-5», пилотируемый космонавтом Валерием Быковским. День своего полета в космос Терешкова сказала родителям, что уезжает на совершение на соревнования парашюту. В полете они узнали из новостей и по радио. Вот такая вот у нас краткая характеристика. При полете, я прочитал историю, при полете были некоторые вот проблемы, но она благополучно вернулась на планету Земля и потом стала вот инструктором космонавтов. Такая вот характеристика. Полет у нас 16.06.1963 года в 9.29. Вот, кстати, позывной у данной Валентины был у нас, по-моему, Чайка, если не ошибаюсь, по-моему, Чайка. Полет у нас конкретно составлял двое суток, 22 часа 51 минуту. Вот.
такая вот краткая характеристика, краткая историческая справочка о Валентине Терешковой. Так, ну, по монетке у нас материал медь, никель, цинк. Вес 12,8. Сейчас, кстати, проверим вес. Интересненько. У нас 13,9 вес 13,1 13,11. Ну, возможно, я думаю, что в норме. Такая вот монетка. Данная монетка уже без браков, как у меня были, попадались. Кстати, эти монетки уже были проданы. Вот. Такая вот симпатичная монетка, юбилейная. На этом будем заканчивать наш короткий видео. Кто не подписался, подписывайтесь, жмякаем колокольчик. Будет еще много видео с монетками, которыми я себе пополняю коллекцию. Вот. Сейчас вместе с вами положу себе в журнал. Вот. Даже в альбом. Такой-то у меня альбом. Сейчас я увеличу вот такой памятные юбилейные монетки. Очень мне нравится. Вот. Сейчас откроем. Так, вот здесь у нас место свободное. Вот. 1983, 20 лет со дня победы, полета первой женщины-космонавта. И она занимает свое место в данной коллекции у меня. Вот. Еще много монеток у меня нету. Будем покупать на аукционе Виолити или, может, так, где-то на барахолочках. Вот. Показывать буду и вам также. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.